Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Александр Кутахин, и сегодня мы продолжаем играть в SimCity. Прошлую серию на чем мы закончили? Закончили мы на том, что провели, кажется, какое-то тут мероприятие в нашем концертном зале. Вот, а сейчас у нас есть большие проблемы, точнее, небольшие, средние проблемы с пожарами. Пожаров много, горит центр города, и это не есть хорошо. Нам нужны пожарные. Очень сильно нужны нам они. Ой-ой. Я это случайно, блин. Снес здание, в котором было все отлично. И все проблемы у нас с пробками. Не может доехать никак. Пожарная, да? Где пожарные? Вот пожарные. Да. Сейчас так вот по одному зданию нам придется сносить. Потому что пожарные не успевают. Сейчас вот так вот потихоньку все здания, да. Пока не приедет пожарный. Да, не отличное начало от серии, могу так сказать. Неужели? Неужели? Теперь у нас все отлично. Блин, но все равно нам нужны. Как-то нам нужно это дорогу. Громко музыка, нет? Чуть потише сделаю для себя. Хотя. Вот так вот я здесь сделаю. Так. Что делать нам с дорогами? Потому что эти пробки, это просто невозможно уже. У нас пробки везде, а почему, я не знаю. По идее, у нас два перекрестка таких больших. Почему у нас пробки, я не понимаю просто. Все отлично у нас в школах. Что же случилось-то у нас? Что делать? Я даже не знаю, что делать. Заторы за затором. Что тут не так? Тут что не так? Поворачивать в неположенном месте. Че, пришло время строить трамвайное депо, что ли? О, рок-концерт. У нас собирают сейчас. Ну, мало людей что-то приходит. Нам все из-за пробок не успевают. Да вот раз как-то не очень. Да. Даже 1000 человек еще не пришло. Ладно. У нас другая задача. Наверное, придется все-таки строить железную дорогу. Блин, это не супер. Я вообще не понимаю, что не так сейчас с дорогами.
уже 49 тысяч. В прошлой серии у нас был рекорд 50 как раз. Все, рельсы везде доступны у нас. По таким дорогам. По идее, везде. Кроме-то этого места, да? А тут нельзя. Так, ладно. Что-то у нас там с угольной шахты много. 44 тонны в день, нормально. Это хорошо. И тут все отлично. Супер. С водой проблемы. Ага, только что про энергию смотрел, вроде все было отлично. Почему до сюда в энергии не доходит? А? Почему реально до сюда в энергии не доходит-то? Опять пожары. Нет, вроде все идет у нас. Опять тут пожары, опять не успевает. Долбанные пожарники. Да, пока энергии нам минус 10, да? Ладно. Придется нам построить вот такие вот штуки. И опять здание мы сносим. Да, как это на серии не очень... Ну, блин, не то снес, ладно. Не очень продуктивно у нас получается серия, потому что сносим одни здания от этих пожарных. Долго. Все вроде. И воды должно хватать. Все, вода тоже. А, воды мало. Супер. А не, вот, все нормально. Все отлично у нас. Все супер. Так. Да. Не весело у нас. Даже не знаю, что делать. Потому что это как-то не по-серьезному. Проблемы у нас. Одни везде проблемы, а. Пробки на шоссе, ну а я что сделаю? Я что сделаю, что у нас пробки-то? Давайте, правда, построим министерство транспорта. О, господи, что делать, а? Что делать? Трамвай ставить. Ну, наверное. Придется ставить трамвай. Ну-ка, если я сюда проведу ее. Можно, да? Можно. А, она очень большая. Ну, кстати, да. Как-нибудь вот так вот. Да, зря я только что сделал. Ну, ничего страшного. Сделаем как-нибудь ее круговую под железную дорогу. В общем, какую-то фигню я сейчас сделал. Непонятно какую. Что это такое? Зачем я это сделал, скажите?
Да, вот здесь она как бы будет разворачиваться и идти на круг. Точно. Я придумал, зачем это сделать. Во. Только не знаю, зачем это. Зачем им точно надо будет? Так, остановочки, 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 остановочки. Понапихаем сейчас мы эти остановки. Так, по идее, все, да? Там, где возможно, трамвай мы провели. Так, что тут? Нет, не нужна мне сейчас ваша ЖД-станция. Мне бы сейчас с этими пробками разобраться. Еще придется ЖД-станцию ставить. Вот здесь будет кто-нибудь жить. Кто-нибудь. Какой-нибудь суперский чиновник, которому ведет железная дорога. Точнее, трамвайные пути. Во. Вот так вот все будет. Да, какой-то бред я сейчас строю. Канализации что-то не то. Трубы забиты. Где? Что? Что ж тут? Все не как у людей, а? Сразу понаставим. Все. Отлично все должно быть. Пожары в центре города. Блин, я не знаю, что с ними делать. Это просто уже капец какой-то. Ставь ее хоть вот сюда, вот, пожарную часть. И здесь. А, паника, что делают? Реально, блин. Самолеты нельзя поставить, жаль. Вышку. Табличку, флажок. Еще какой-нибудь гараж поставим. Деньги пока есть, позволяет нам это. Блин, что с пожарами делать, я не понимаю. Как от них избавляться, что с ними делать. Так. О, строится какое-то большое здание. Прикольно. Ужас у нас одним словом творится тут. Еще поликлинику надо куда-то поставить. Куда ее тут поставишь? С такими пробками. Может, за город ее поставить куда-нибудь? Сюда? Не, сюда тоже не вариант. И сюда вот не поставишь. Некуда ее ставить нам. О, вот поставлю вместо этих заводов поликлинику. У нас тоже в городе больше больниц находится за городом, чем чертеево. Травмпункт поставим. Сейчас, конечно, мы разоримся на этом все. Ну а что делать? Здоровье, оно главное. Вот и пошли мы в минус 6000. Это не супер.
все ужасно. Давайте назначим мероприятие. Какой-нибудь рок-концерт опять. Подожди, мы на этом закончим серию, потому что, блин, реально хотел сейчас что-нибудь тут такое нормальное построить, но с этими пожарами ни черта ничего не получилось. Так что перенесем мы то, что я запланировал, на эту серию, на следующую. Как хочется такой огромный мост сделать тут. Красиво будет, но непродуктивно. Да. Больше в плюс мы не идем вообще тут нигде. Специализация. Почему не дают нам деньги за продажу угля? Придется поднять налоги до 12%. Другого выхода у нас нету. Даже 12% нам не помогло. процентов рейтинга одобрения. Это очень много. Лечение на... Только попробуйте сказать, что я зря ее поставил тут, эту поликлинику. Вы тут должны ездить туда-сюда просто. Да, не весело. Так, ребята, немного я отлучался. У нас опять какие-то проблемы с пожаром. Это что такое, я не понимаю. Что? Промышленные пожары вообще находятся вот здесь. Как они могут уничтожать город, скажите? Ну, блин, да, у меня нет института, чтобы... Чтобы, да? Институт сделать образование. Институт. Да, нет у нас институтов в регионе. Но ничего страшного. Поэтому я сделал промышленную зону на горе, подальше от жилой. Опять проблемы. Кто-то не говорит, что сейчас с медициной. А с водой еще проблемы. Зашибись. Придется ставить новый. Может потом, да, будет сюда его ставить. Туда только и все. Да, не весело, одним словом, у нас вообще пожары, воды нету, клиника закрыта, с пробками проблема, трамвай, что не так тут? Что тут такое? Чё-то бомбануло. Что-то у нас явно бомбануло. Знать бы еще что. А, ну я прекрасно знаю, что это, да? Высокие налоги, я согласен, но пока у нас такой период в нашем городе, что без них никуда. Надо размещать еще одну жилую зону, я так понял. А где бы ее разместить? Один вопрос. Ну-ка, интересно, мы... Ой. Мы сможем вот здесь вот людей разместить на горе, нет? Мне даже неинтересно стало. Нет, не сможем, да? А, мы даже и там не сможем, где я планировал нормально разместить.
Я не знаю, что высокие. Ну какие высокие? 12%. Мы вообще в России платим 13% налоги, а тут всего лишь 12%. Почему они для вас высокие? Во! Рок-концерт принес большую сумму. Отлично. Практически 2000 человек. 1931. 106 тысяч нам идут в казну. Отлично. Это выход. Единственный выход. Чтобы не обанкротиться до конца. Все, нам дали нам наши деньги, все отлично. Давайте еще назначим какое-нибудь мероприятие и посмотрим, что произойдет уже с ним в другой серии. Серия получилась короткой, потому что меня это, как сказать-то, вывело из колеи вот эти вот пожары, которые начались в начале серии, прям какие-то, прям назову выпуск пожарный выпуск, потому что, блин, это реально как-то невыносимо было. В городе есть чем заняться, такой звук храпа. Мне нравятся высокие налоги, я понимаю. Ой, опять мы должны... 86 тысяч человек, ребят. Это супер. Это супер. Это реально супер. А как я тут... А, во, вот так вот налоги, да? Одиннадцать процентов, все, ребят. Все, 11%, все, вокруг ходите вокруг. Все, все ушли, отлично. Вообще супер. Ладно, друзья. На этом мы закончим. С вами был. О, Господи. На этом мы закончим. Да, с вами был я, Александр Плутахин. Подписывайтесь на канал AP Game. Вступайте, если хотите с нами поиграть в SimCity. С нами, если хотите поиграть, вот регион называется AP Game. Сервер Европа Восток 4. В общем, всем удачи, всем пока.